лютого під Сталінградом у 43-му Катюш парадом війська щаслива прийшла народу. Настав час тотального перелому. В наступ пішли радянські війська. Гітлер злякався. Втрата яка? Замість радіти, кричать: перемога! Треба тікати, важка дорога. Сніги, морози і скрізь герої. Фашист не чекав долі такої. Ворогу смерть, ні кроку назад. Відвоювали ми Сталінград. Тікали фашисти, аж пір'я летіло. Так і ми треба, щоб більш не хотілось. Щоб зрозуміли, вражі діти усі, не віддамо ми своєї землі. Ви знаєте, йдучи сьогодні по запрошенню на засідання клубу «Пам'ять», я аналізувала, чи відбувся проект, який започаткований був декілька років назад, «Без минулого немає майбутнього». Хотіла б сьогодні поділитися з вами своїми роздумами. Ви знаєте, мабуть, успіхом цього проекту, а він дійсно реалізується, він є успішний у нашому місті, стало те, що для реалізації проекту об'єдналися дві складові. Це історичний музей, який є хранителем історії. Історії нашого міста, історії держави, історії наших мешканців. І об'єднався загальноосвітній навчальний заклад, в якому навчаються діти. А діти – це наше майбутнє, як відомо. Саме вони, вивчаючи історію, будуть передавати наступним поколінням. Тому мені сьогодні хотілося подякувати від імені всієї нашої громади, директора історичного музею Кобзар Олену Григорівну, і подякувати керівництву середньої школи номер 10 за те, що вони, не дивлячись на складний час, не беручи до уваги чи то критичні зауваження, чи то якісь неправильні роздуми, неправильні мислення, чи то про історичні події, взялися за цю справу. За справу виховання патріота. А ми знаємо, що патріотом можна бути і треба бути в усьому. Патріотом своєї землі, патріотом своєї країни, патріотом свого навчального закладу, свого міста і патріотом у сім'ї. Тому сьогодні в нас іще раз це засідання підтверджує успішність нашого проекту. Ну а те, що стосується сьогоднішньої дати, з нагоди якої зібралися ми на засідання клубу, я хочу сказати, що 2013-2015 роки – це роки будуть юбілейні. Ми не один раз з вами будемо повертатися до історичних подій Великої Вітчизняної війни. І найближча така дата, кругла, яка буде в нашому місті, це 70-річчя визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. 2014 рік – це 70-річчя визволення України. І зрозуміло, що у 2015 році ми з вами будемо святкувати 70-річчя з Дня Перемоги. Ми з вами живемо в унікальний час. Чому унікальний? Бо у нас з вами є можливість, і ще є можливість, спілкуватися саме з безпосередніми учасниками тих історичних подій. Саме з перших вуст почути і про страшні роки Великої Вітчизняної війни, і про ту дружбу, завдячуючи якій підтримці, ми могли отримати перемогу. Тому ось такі зустрічі нам вкрай потрібні. Я хочу отметить, как председатель городского совета ветеранов, что наш клуб «Память» и учащиеся школ проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию. А наши ветераны всегда откликаются на те мероприятия, которые проводятся с этой целью. Мы с вами и участники заседаний клуба «Памяти», мы с вами участники митингов, мы с вами участники всех мероприятий, которые проводят в городе и которые касаются ветеранов, их жизни, их работы и так далее. Дело в том, что я уже говорила на митинге, что все люди, участники Сталинградской битвы, они имеют большие государственные награды. Это орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Победы, орден за заслуги, и так, за отвагу и так далее. И кроме того, конечно, имеют многие еще отмечены многими медалями. Я хочу вам сказать, просто несколько, вернее, назвать фамилий, которые принимали участие в Сталинградской битве. Это Иванисов Степан Иванович, это Гусаков Михаил Иосифович, это Гусакова Евдокия Алексеевна, это много наших людей, но, к большому сожалению, их нет среди нас. Поэтому наша с вами задача и городского совета ветеранов, и клуба «Память» сделать так, чтобы память об этих людях жила очень долго и в наших сердцах, и в нашей с вами работе. Спасибо большое. Спасибо.
Боже, спи, мой мальчик. Пусть тебе красивые сны приснятся. Мама, а в нашей семье кто-то воевал в Отечественную? А почему ты вдруг вспомнила о войне? В школе рассказывали, говорили, что каждая семья коснулась это горе. Был у тебя прадед Иван, он воевал. А где же он сейчас? Геройский погиб, друга собой прикрывал. Как жалко. Вот бы он был живой, столько бы о войне рассказал. Да спи уже, завтра рано в школу вставай. Кто вы? Я твой дед. Так мой дед не может быть таким молодым. Лет-то много с тех пор прошло. Я в том времени остался таким навсегда. Дедуля, я давно тебя жду. Чего ради ты меня ждешь? Хочу войну увидеть. Войну? Да, ты дорогу туда знаешь? Знаю, с закрытыми глазами найду. Только мне туда возвращаться совсем не хочется. Может быть, не надо? Надо. Ладно, надо так надо. Ты портянки накручивать умеешь? Какие еще портянки? Обыкновенные, солдатские. Дедуля, сейчас носки носят. А на них сапоги можно надеть? На детскую ногу военных сапог не шьют. Велики на тебя будут. Такие в кроссовках отлично себя чувствую. Вот я думаю, зачем тебе война понадобилась? Хочу знать, как совершают подвиги. Герои, подвиги. Это жизни человеческой стоит. А знать, конечно, надо. Дед, а умирать на войне больно? Умирать везде больно. Как же солдаты терпели? Здесь выбора нет. Я вот думаю, может быть, напрасно ты хочешь на войну? Не напрасно. Войну в кино можно посмотреть, а здесь все на себе испытывают. Значит, и меня будет испытывать война? Значит, и мне будет больно? Вот тебе и война. Повезет. Танк. Эх, внучок, не боись. Я его сейчас обойду, кину гранату, а ты прижмись к земле. Я тебя в обиду не дам. Неужели это случилось? А дед у меня и правда герой, меня спас. Не хочу войны. Пусть лучше будет мир на земле, и все, кому мы любим, будут с нами. За тобой не закрывая дверь. Я живу уже. Моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет. Опять метель и мается былое в темноте. Опять метель. Смотри на часы. Противовоздушные щели рыли на заводе, во дворе.
это меня не касается. Разлюбил ты меня, вот что. Глупая. Какие новости? Никаких. Это хорошо. Сейчас боюсь новостей. Ну, что ты мне подаришь завтра? Это секрет. Не скажешь? Ни за что. Можешь не говорить, но если это что-нибудь вкусное, я скоро съем и забуду. Ты подари, чтобы было на долгую-долгую память, чтобы до старости. Мы будем дедушка и бабушка, посмотрим на эту вещь и скажем. Это было подарено Белке, когда ей исполнилось 18 лет. Доживу до 100 лет, у меня будет 100 твоих подарков. 82. Обсчиталось. Включай радио, что там говорят? Не надо. На фронте дела идут не так, как передают по радио. Почему? Говорят. Бабы в очередях. Ну, если я баба, пожалуйста. Вероника. Включай, включай. Мешать не будешь? Нет, нет. Хочешь, я даже глаза закрою. Ну хорошо, садись и закрой глаза. А разговаривать можно? Можно. Хорошо, я тебе тогда стихи почитаю. Валяй. Журавлики-кораблики летят под небесами, и серые, и белые, с длинными носами. Лягушечки-квакушечки по берегу гуляли, все прыгали да шмыгали, да мошек собирали. Журавлики-кораблики лягушек увидали, спустились, осадились, и тыщи их сожрали. Лягушечки-квакушечки, что ж вверх не поглядели, все прыгали да шмыгали, за это вас и съели. Нравится? Очень содержательно. Это, кажется, мое первое стихотворение, которое я выучила, когда была маленькая. И последнее. Ты у меня дождешься. Разлюбил ты меня, Борис. Глупая. Да-да, и глаза у тебя стали какие-то отсутствующие. Ну, что ты на меня так смотришь? Разглядывай. А я знаю, почему ты такой встревоженный. Почему? Боишься, что тебя в армию заберут. Да-да, все боятся. Заберут и готово. Не все. Ты такой отчаянный, возьмешь и сам пойдешь? Вот возьму и пойду. Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели и шли солдаты по зале. И там в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал битый человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой, словно расплавленный металл, бежет и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. За чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. Мы в разведку ходили вдвоем, да разошлись как-то. Обратно иду, поле кругом, снег выпал, видно. По мне стрелять начали, но я сразу на землю упал. Вижу, ко мне кто-то подползает. Наш, говорит, башки не поднимает, тут мертвая полоса. Это значит, когда нельзя ни первого, ни назад двигаться. Лежим оба, он крепче меня был. Чувствую, замерзаю. Он растянул полушубок, прижал к себе, тепло от него. Так он так разгорячился, а девушке начал говорить, как хороша она, как любит его, как он вернется и женится на ней. Он все его называл, Белка. Потом он рассказал одну историю, как они однажды... Скажи, как его звали? Не знаю, он был не из нашего подразделения. А потом разве вы не встречались? К сожалению, нет. Что же было дальше, Володя? Так мы и лежали, а темнота только-только спускалась. Он сильно ударил меня кулаком, и я понял сразу все, что происходит. Не выдержал, я вскочил на ноги, и тут-то меня ударило сюда. Я сразу упал. Он рвался, бронил меня. Но не выдержал, он вскочил и взял меня поперек туловища и побежал. Бежать было недалеко. Он бежал по замерзшему качковатому полю. Добежали, Володя? Он добежал, кинул меня на снег. И только-только встал, эти гады опять по нему стрелять начали, убили его. Убили? Из автомата, наверное.
Кто же это был, ты так и не знаешь? Нет, тут заваруха началась. Когда подошли наши, меня положили на плащ-палатку, а его тут сразу и закапывали начали. А документы, ты его не видел? Нет, он тоже из разведки полз. А когда я посылаю в разведку, нельзя брать с собой ничего. В кармане у него шли только пуговицы. Похож? Нет. Он? Да. Володь, а он ничего не сказал перед? Нет. Он сразу умер? Да. А где его похоронили? Западная окраина Сталинграда, около высоты 06. Дороже мне стало ты, да.